Всем good luck! Неинтересное приветствие. Бонжур, монамим! Так студенты колледжа культуры приветствовали выпускников, педагогов и гостей на юбилее любимой кафедры, погружая их в завораживающую атмосферу театра. Здесь какая-то такая творческая атмосфера. Ты заходишь и сразу забываешь про все горести жизни, проблемы, погружаешься, начинаешь работать, работать и работать. А работают студенты театрального от зари до зари, изучая актерское мастерство, режиссуру театра, сценическую речь и движение, ставят творческие показы и спектакли. Самые упорные, самые трудолюбивые, самые настойчивые ребята. Они добиваются очень высоких достижений, то есть они работают в профессиональном театре, чему мы очень рады. За 65 лет существования кафедра выпустила больше 2000 студентов. Основная часть работает в краевых учреждениях культуры. Есть и те, кто уехал за пределы региона. Преподавательский состав, микс молодых выпускников колледжа и опытных педагогов, которые не устают делиться ценными знаниями. В этом колледже я проработала 52 года, а театральное творчество – это моя судьба. Это вот сейчас, когда я встречаю, это мои ученики, это мои коллеги. И, казалось бы, уже можно было пойти на заслуженный отдых. Но как только я посмотрю на эту красоту, на это наше театральное творчество, думаю, так еще можно встретиться, потому что заряд неимоверной энергии, творческий. Творческий потенциал и бесконечный поиск, подчеркивает Нина Федорова. Выпускники же говорят, учеба в колледже – это не только про театр, но и про жизнь. Это так невероятно помогает вообще в жизни, в любой работе, в любых отношениях. Когда ты понимаешь принципы вообще жанра, что такое театр, что такое игра, жить настолько интереснее и легче. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.